Коля-маля. 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 Ваня Гладких – большой фантазер и выдумщик. Он сразу предупредил, что петь и танцевать не будет. Зато очень любит поговорить, любит знакомиться со всеми подряд, играть в песочнице и управлять воображаемой черной Волгой. На своей Волге сначала сад поеду, потом за вами. За кем? За вами, я не знаю только, где вы живете. И будешь нас катать? Да, долго. Если время у меня выйдет, то я сначала в сад поеду, потом отвезу. А у вас хоть есть машина-то? Ну, есть вообще-то, да. Какого цвета? Красного. А у меня будет черного. На фонтане сидят только... Там его нету еще. Он только далеко. Но меня нельзя далеко везти, потому что я утону. А мама нет, не утоню. Мама, ты будешь покупаться-то? Вот у тебя друзья же есть, наверное, в садике, да? Во что вы играете? Мы играем в машинки, девочки в куклы. Я был папой, а не котенком. А Женя у нас что-то спорит всегда. У него такая есть машина, только я принесу ему, не дам, если он мне не даст. Я его обижаю всегда. И он меня. Я его обидел в тот раз. Ногой пнул, и он прям так заорал. А потом я оделся и убежал. Они меня не нагнали. Потом сел на свою Волгу черную и поехал. Озеро-то есть подсюда? Вон там вдалеке есть акулы? Акулы? Да, вдалеке. Но акулы же только на море бывают. Да. Ну только когда-то я там был, одну акулу увидел, говорящую. Она куда-то уплыла, а я за ней из-за рот схватился и ее разрезал носом. Так если она была говорящая, она тебе, наверное, что-нибудь сказала? Да не сказала, а то она только махнула, я за ней поплавал и все нырнула. Девочка ныряет, а другая... Мама, да, там теплая. А с девочками-то ты дружишь? Ну только со мной... Часто не дружат девочки. Да почему же? Ну потому. Ну почему? Потому. Почему? Потому что они со мной не играют. А давай сейчас маме подарим цветочек. Беги, вон там он растет. Сорви любой, подари маме. Да я могу здесь вон. Давай, давай. Она обрадуется. Нет, ну смотри. А кем же ты хочешь стать, когда ты вырастешь? Я велосипедист. Что? У меня велосипед будет. Я буду на велосипеде ездить на своем байке. Ну, Саша, теперь уже новый. Будет велосипед. То есть ты будешь водителем? Да. Или машины, или велосипеда? Как ты думаешь, у нас вообще на озере есть пираты? На озере нет. Сейчас-то нету. А раньше-то были? Да. Что? Я в корабле их видел. Заходил, видел. И поехал в другое место. А, смотри, у тебя даже две ямочки. Вот тут одна и вот тут одна. Да? Если вам кажется, что ваш ребенок обладает талантом рассказчика, то звоните нам.